Приветствую всех на моем канале. С вами мама Лена за чашкой чая. Одна из моих подписчиц предложила обсудить тему духовного притяжения. Давайте сегодня побеседуем об этом. Что же такое закон притяжения? На чем он основан? Как наши мысли могут притягивать события? Причем тут желание, энергия и духовный мир? Итак, начнем. Закон притяжения – это философия, которая утверждает, что подобное притягивает подобное. И то, о чем вы думаете, сбудется. Данная духовная практика была описана в 2006 году в фильме «Секрет» и одноименной книге. Коротко, закон притяжения можно сформулировать так. Все, что есть в вашей жизни, вы притянули сами с помощью силы мыслеобразов, которые сгенерировали в вашей голове. Вы как передатчик мысленных волн. И эта передача создает вашу жизнь и мир вокруг вас. Волны ваших мыслей проходят через весь мир. Вы привлекаете определенных людей или ситуации, потому что они отражают эти мысли, ваши эмоции и убеждения. Эта теория, философия или духовное утверждение, как ни назови закон притяжения, возник на основе квантовой физики и вообще научных исследованиях. Нарушает ли он принципы каких-либо религий в мире? Нет, потому что по своей сути основан на вере, которая может менять состояние физического мира, вере абсолютной и непоколебимой. Вы должны верить в Вселенную, высших. Вера в достижение успеха является внутренним стимулом и также создает энергию для этого. Вера в себя, как творческое существо со способностью создавать желаемую жизнь. Вера в свои силы. Готовность меняться. Умение концентрироваться на желаемом. Когда вы жалуетесь и боитесь, ваше внимание направлено на негатив. Если вы концентрируете ваши мысли в сторону решения проблемы, вы меняете вектор внимания и получаете другой результат. Я не единожды говорила, куда вы направляете ваше внимание, туда направляется ваша энергия. А в любой ситуации можно разглядеть и негатив, и позитив. Все зависит от угла рассмотрения. Все ограничения в нашей голове. И, как правило, они навязаны нам другими людьми или обществом. Ну, или неудачным жизненным опытом. И пока мы не избавимся от наших ограничивающих убеждений, ничего в нашей жизни не изменится. Ценностью для вас должны стать вы, ваша жизнь и ваша радость. Не мнение ценностей и убеждения других людей, а ваш внутренний ребенок, ваши истинные желания и стремления. Закон притяжения – это быть самим собой. Слой за слоем снимать с себя то, что навязано вам другими. Осознайте свои истинные желания. Научитесь слышать себя. Да, это сложно и иногда даже бывает болезненно. Но без этого вы не достигнете гармонии. Если ваши желания не вызывают вдохновения действовать для его достижения, оно идет не из глубины вашей души. Когда ваши мысли направлены на то, чего вы не хотите, вы невольно вкладываете в эти мысли свою энергию, которая и притягивает соответствующие события. Вот почему говорят о материальности мысли. Мы и наши мысли созданы из чистой энергии, а наши эмоции придают заряд этой энергии. Наш духовный мир – это наша личность. Наши ощущения, эмоции, чувства, память, наши ценности и убеждения, стремления и желания. Чем больше в этом всем будет спокойной радости, блаженства, тем больше вы приблизитесь к высшему духовному миру. Тем лучше вас будут слышать высшие,
и тем больше помощи от них вы получите. Ибо они воспринимают не жалобы, а радость и благодарность Всевышнему за вашу жизнь. О силе благодарности мы поговорим в следующем видео. Жду ваши вопросы и предложения. Добра всем, радости и благополучия. Благодарю, что досмотрели видео до конца. Лайк, подписка и до новых встреч!